Ремонт дворов практически завершился в столице Приморья. Согласно планам по благоустройству дворовых территорий на 2023 год, свыше 90% объектов уже приведены в порядок, отремонтированы или даже частично поменяли архитектурный облик. Напомним, дворы и парки в Приморье ремонтируются по нескольким программам. Нацпроекту «Жилье и городская среда», краевой и федеральным программам «Тысяча дворов», конкурсу «Твой проект», а также в рамках создаваемых самими жителями ТОСов, территориальных общественных самоуправлений. Когда на местах будут работать люди, которые лучше знают, как обустроить свои дворы и подтягивать всю ту внутрянку, которая долгие годы требовала внимания к себе, мне кажется, что прежде всего будут довольны сами жители. Это главная задача – создавать комфортные условия для их жизни. До этого тут была грязь везде, машины парковали безобразно, кто-то по дереву прям переезжали через бордюра прямо на дорогу. Ну, решили просто сделать парковочную зону. Новые спортивные и детские площадки, камеры видеонаблюдения, скверы, парковочные зоны и дороги – всего в городе по краевой и федеральным программам приведены в порядок почти все 115 адресов. Большую помощь в реализации проектов оказывает городское управление развития общественных инициатив. И дети довольны, и родители довольны. И вот эти ходилки у нас просили пенсионеры. И мы удовлетворили их просьбу, и вот как бы все довольны. Спортивная площадка, там, где колечки больше всего нравятся. Понравилось в новой спортивной площадке то, что там резиновое покрытие и удобно бегать. Как подчеркнул губернатор, есть очевидный прогресс в сфере благоустройства общественных территорий в Приморье. Благодаря действующим в регионе программам по благоустройству за последние 5 лет преобразилось около 4000 дворов и общественных пространств. Впереди новые проекты. Ирина Шилина, новости на Восьмом.